Всем привет, ребят, с вами Механик и Алекс. Всем привет, народ. Мы продолжаем играть в МТА на сервере Радмир МТА, сервер первый. Ссылка на сервер находится в описании под роликом. Чё у тебя за колесики такие? Слушай, а здесь работает размер колес? Типа, самые большие колеса, значит, быстрее крутятся, но, по идее, разгон меньше, но максималка больше. Как думаешь? Лол, а может быть, правда? Я никогда об этом не думал. Потому что, ну, в реальной жизни как? Если большие колеса, то разгон медленнее, да, но максималка выше. Ну, смотря, конечно, от мощности двигателя, я думаю. То есть, реально спидик будет показывать образно, сколько там Volvo, 275 едет, но по факту будет 285 или 298 там каких-нибудь, неизвестно. Да. В общем, ну колеса вообще можно такие маленькие поставить, жесть. Слушай, у меня, по-моему, аудюшка немножко подзаряжена. Да? Да, ну такое, у меня есть подозрение такое, конечно. Я не уверен, но... О, у меня стробоскопы есть, у меня все подряд есть. Ничего себе. Мне хорошо. Хорошо устроился. Ничего себе. Слушай, его даже красить не нужно, у него, в принципе, цвет прикольный, мне нравится. Слушай, ну я, наверное, оставлюсь на разварках, а чё бы и нет. А у меня... Я уже забыл, что у меня стоит, походу, BBS-ы какие-то стоят. У меня же боевая Volvo, хотя на них зацепа, мне кажется, вообще минимум. Да, BBS-ы. Так, BBS. Привод полный. Максималка 165, что? Лол, это что за машина у тебя? Это RS4. Нет, мужик, только не как? Это. Да это... Нет. В смысле, а в чем логика? В чем логика добавить тачку, которая в реальной жизни прет? То есть кабан ни хрена не едет, это говно старое, но он валит в игре. Audi RS4 валит, но в игре но она не в игре. Валит. Как? Черт, мужик, только не это. Подожди, а подвеска-то у меня вообще регулируемая, нет? Слушай, так она мне настроенная, походу, я поехал уже сразу. Ничего себе. Какая заниженная стала, сама по себе. Прикол. Причина, походу, опрокинуть. А может, ее настраивал уже? Я на ней катался, нет? Так я-то откуда знаю, дядь? Я не помню. А, ребят, кстати, сегодня мы продолжаем тюнить машины, которые у нас куплены, но еще мы их не трогали. О боже, здесь стоит, короче, кабан. У него развал под... Это сколько градусов? 90? 180 градусов? Да или ладно. Под 90 относительно колес. Серьезно? Короче, они над капотом только что были, а задние вообще там торчали через, я не знаю, там на крыше чуть ли не лежали. Через я не знаю. Так, какая-то Матвейка хочет с меня 500 рубасиков. Да хрен тебе, Матвейка. Так, ну что, BBC. Алекс пишет какой-то ник, я не могу прочитать, он до того синий. Макс, Макс написано. На бэхе черный, кстати, прикольно выглядит бэха его такая. Четненькая. Так, ну-ка, сейчас я попробую поставить настройки. И Владислав GL. Инерция, тоже. Минус 100. Готово. Я не буду с ним под папки ехать. Бесплатный, конечно. Резкость старта. Не хочу под папки. Один. Че мне твои бабки? Дай мне мои бабки. Так. Множить. Да, Тесла улетела. Говно, 197 максималка. Да? Как моя вот Суба. Надо с Субой заехать, слышишь? У меня Суба также едет. Поехали. Сейчас. Так. Вот как может RS4 ехать 200? Да блин, любая Приора 200 поедет с двигателем 1.6. Любая. А тут Audi RS4 не может поехать. Ладно. Слушай, у меня, по-моему, реально Приора быстрее ехала. Оставляем во льву. Да, Приора что-то у тебя 217 поехал. Та беру Субу. Коллизия. Я взял Безумная. Субу. Безумную Субу взял. Это ты, что ли? Да вот это, на синий. Так, давай, быстрее подъезжай, быстрее. Сейчас, сейчас, сейчас. Аминтотор там подлез. Ну, а пропусти, там две аудюшки, пропусти. Ну куда? Ну туда, давай, налево. Ну налево. Да едь ты, собака сутулая. Давай, давай, теперь поехали. Все. Он, наверное, хотел с кем-то из нас. Ну, возможно. Подарю запорожец, Назар. Че думаешь, кто кого? Бимер или Ламбо? Ну, у нас как ми... А.
Да я думаю, Ламба, наверное. Ну, Рибимер улетел. Да, Ламба обогнала. Слушай, у нас диски одинаковые. Они дешевые просто. У меня и на Вольве такие же. Так, ну бесплатно, я думаю. Ну давай, бесплатный. У меня денег нет. Чего у тебя рыпается, у меня на месте стоит. Ну у тебя тоже рыпается. 190! Всё, 197, 196 прыгает. А у меня 190. Так, тормози, тормози, тормози. 196, у тебя 191, время 14.91. А у меня 15.35. Ну блин, ну это разочарование, понимаешь? Ты надеешься, что эта тачка будет валить, а здесь реально валят говна. Ну вот, за 13 тысяч, ты покупаешь за 13 тысяч эту Субу, а ты там за 26 покупаешь РС-ку, и они не едут. Подожди, подожди. За 13 тысяч там или за 26, а кто-то берет Вольво за 3 косаря, бэушный. Да, кто-то берет Вольво за 3, за трешник, вон тот красный. И все. Просто и дубасит. Ну, знаешь, мне это не нравится, меня это разочаровывает. Мне хочется плакать, как ребенок, уткнувшись в подушку. И звать маму. Так, ну что, я поеду на Вольве, с кем-нибудь попробую встать. Я сейчас Вольво попробую встать. А может, нужно было тюнинг сбросить, но вряд ли, он там максимал. Давай, Жига, давай. Бесплатно. Так, Дмитрас. О, я с Жигой сейчас заеду. Алекс. Ку-ку, ре-ре, пишем. Бенч. Слушай, я Жигу сделал. Да? Да. Может, тут какой-нибудь запарик валит просто нахрен 800 км в час, там, битурбо квадро, там, сколько там, 12 котлов, 12 турбин там стоит, наверное. На дрочелях. На дрочелях? Скорее всего, да. Короче, походу в этот тюнинг кузова вообще не стоит заходить, ничего нет. Получение урона. Да, а мне приснилось, что на какой-то машине есть. Но это приснилось. Знаешь, но мне или приснилось, или кто-то реально в комментах писал, что какую-то одну тачку тюнить можно здесь на серваке. Ну так-то пофиг, если что. Слушай, а все бимеры начали брать? Может, бимеры начали валить? Че, да, они, наверное, дешевые на распродаже какие-нибудь там, как всегда. Слушай, давай это, Вольво, Вольво на Вольво. Если у меня точка не ставится. Точка. А? Оу. Оу. Пожи, поздоровайся. Но у меня, правда, цвет уродский. Он не зеленый, а какой-то вот, ну как сказать, он-то зеленый, но мне не нравится такой зеленый. Мне нравится насыщенный. Так, где ты есть, чудовище? Я вот здесь, а ты? Я вот возле старта стою. А, все, еду. И тут комар в очереди стоит. Слушай, комар — это редкость. Я вообще первый раз вижу, чтобы кто-то на комаре ездил. Пропусти этого, давай Оникса этот. Так давай, я пропускаю. Вот этого рэпера на Мерседесе. Ну чё за дичь? Бук дичь. Рэперы поганки. Ну давайте, проезжайте, сейчас перекикают всех, как всегда. Михалыч, ты где? Да вот, я тут. Да щемонись. Они тупят все. Так он встал тут. Пропусти тоже ты. Все, давай, проезжай, проезжай. Вот сейчас. Давай, 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 проезжай. Давай, заезжай, Ауди. Наконец-то. Ровно все? Да. Назаро. У меня два пассажира только, блин. Назаро. Да здесь вес не работает. Как не работает? Наоборот, веса добавляешь, она лучше валит. У меня работает вес. У тебя вес там стоит 1,5 тонны, у меня 3,5. Не, у меня стоит 2,6, по-моему. Ну так 2, у меня 3,5 и 6,5. Так у меня два пассажира, это посмотри на них. А что, они по 500 жирдосы какие-то? Конечно. Ты на себя посмотри, в каком-то розовом жилете сидишь. В каком? Это малиновый пиджак, дядь, ты чё? Малиновый пиджак? Да. Так ты ягода-малина, что ли? Да. Ягода-малина. Ягода-калина. Катя-катерина. Ягода-калина. Ах ты ж калина. Шкалина. Шкалина. Ну блин, ну хватит. О, поперли. Сейчас попрут. Давай.
Мэрс, короче, кабан вообще решил задом ехать. Он, походу, уверенный чувак. Уверенный. Так. Что, бесплатный, что ли? Бесплатный, у меня денег на тебя нет. А посмотрим. Ну куда? Чей кунг-фу? Давай, ты чё, видишь, как, ты говоришь, не работают люди, работают. Ну, блин, проехал, ладно. А назад нельзя вернуться. А почему-то, знаешь, чё, зелёная была с моей стороны, хотя я приехал позднее. А то чужое, наше ещё не обновилось. Думаешь? Кто мне там смс-ки шлёт? Сука. Вот я же говорю, коллизия идиотская у деревьев. Главное... Главное, нормально обошел тебя. Проехал уже, да? Я даже не заметил. Это как ты вылетел технично. Так. Ну давай, слушай, на кабане попробуем. L3 плюс 2600 баксов. Прикидываешь? Чего? Да, в наличии. 2600. Ты на кабанчик? Ну да, давай. У тебя тоже есть кабанчик, да? У меня есть, но я хочу на Вольво, я тебя вжучу. А, ну давай, кстати, вжучь меня на Вольво. Давай. Есть там места, чё, как там? Ну, по-моему, спереди Мазды кто-то должен быть. Еще добавок. Вот этого пропусти. Толстого. Давай, за ним жмись. Сигналь ему, чтобы он проезжал. А на чё сигналить? А чё Мазда? Алекс, гоу с тобой. А, я понял. Young Time. Как там, Young? Молодое Young время. Pimp. Young. Молодое время, да, или как? Как правильно? Ну скажи, ну сосай. Назар 04, привет. Алекс, это ты? Что? Сказать? Скажи ему сосай. Не, сам скажи. У меня две полоски, это не это очень плохо. Хорошо. На машине. А, на машине. Размечтался. Мне что мечтать? Слушай, а Эвик здесь есть девятый? Вдруг он валит? Ты смотри там, ну чё он этот не едет на этой козючей, вонючей? Вот тырок, блин. Слышь, это вообще хитрый, да, на Камара? А чё он всех сделал? Всех объехал и встал спереди. Ну мне пофиг, в принципе. Меня мы чётко стоим. А, нет, Владислав там стоит. Владислав GL. По-моему, он на тебя заехал чуть-чуть. Кто? Нет. Ура, тут Аня. У чувака ник YouTube Evil. Когда видео завтра, бро. Завтра, бро. Бро. Этот бро, моя бронь. Ну чё этот хуй стоит тут? Ну почему, блядь? Сука, вечно вот это вот. Мне вообще просто пердак горит. Какого хера? Ну зачем вот это вот исполнять? Ну ты хочешь пропустить, ну ты встань тогда там в начале и жди, поджидай, ёпта. Ха-ха-ха, улетели куда-то. Давай, едь тогда ты. Я не могу. Спереди два стоит Мерс и Кабан. Это пищит, ты проиграешь. Ты проиграешь. О! Давай, мы сейчас с бимерами, тут два бимера. Ну какого хера, уйди! Так, ну бимер меня, кажется, жахнет. Не знаю. Кто сигнал зажал? Блин, угомонитесь. Ни у кого нет сигнала. Ты зажал, наверное. И Мазда с вами поехала. Это у Бэхи. Мазда с вами поехала, слышишь? Бэха меня уделала. Так. Нифига себе, 299 он ехал. Ну, Вольво я оставлю. Ну, куда вы на мне едете? Нихера себе! Давай, давай на... Слушай, ну я думаю, что в принципе здесь все очевидно у нас за сегодняшний день. Предлагаю поехать, я хочу покрасить свой Вольво и продать хлам. Чё скажешь? Продать хлам предлагаю, это, поддерживаю, короче.
Ну, потому что это реально, ну, бред. Тачки, на которые ты рассчитываешь, но они вообще оказываются дырявыми бедрами. У меня осталось еще этот. Слушай, ну меня бэха дернула. Я ее на максималках. Меня бэха тоже дернула. Я на максималках ее начал нахлобучивать. Да? Но я со старта ее сделал, а дальше она улетела по максималке у меня. Да ёб вашу мать. И не вашу даже. Что как ж там такое песня? Это? Ёб вашу мать, ёб вашу мать. Не знаю такую песню. Это ж этот, как его там, Миносик под чем-то. Че? Мне сегодня 19, я хочу дожить до 20. Я не знаю такую, дядь. Это не песня моей молодости. Народ, пишите в комментах, кто знает. Ёб вашу мать, ёб вашу мать. Скиньте Михалычу, пусть послушает. Но лучше не надо. Ох, меня тут фотографируют, я прям фотозвезда какая-то, это модель фото, проститутка. Это самое. Фото, где, но не звезда, понял? Где этот, покраска моя? Я хочу снять весь этот груз с себя. Так, а как там винилы снимать, ты меня учил? Назад. Крестик это, перетащи. А ты уже проехал туда, что ли? Он не работает, крестик. Ты в печальном городе уже, что ли? Крестик не работает. А, как? Вот здесь нужно удалять, это другие винилы. Так, покраска автомобиля. А, цвет один. Конечно же, красный будет Volvo у меня. Он был у меня красный, но у меня останется красным. Ой, меня сфоткали в небе, прикинь. Нифига себе, так ты Иисус Христос? Нет. А кто ты? Черт тебя дери. Я Микола. Микола. А ты кто? Я не знаю. Будет на белых дисках. Вольвешник. Будешь на белых дисках? На белых дисках. О, вертится диски, крутится циски. Диски крутят твои сиськи. Так, wow. Ну все, я поехал, наверное, на продажу, потому что, ну, на Volvo она у меня оказалась вся готовая, или ее сам затюнил, или она была затюнена, я не знаю. Ну, короче, ты такой, что супра. Мог и сам. Говно, Subaru говно, Audi говно, да? Audi говно. Я никогда не думал, что в жизни когда-то скажу, что Audi говно, но это говно. Но только такой здесь. Же, как BMW говно. Да ёп! Вот почему-то здесь BMW не говно, почему BMW не говно и Mercedes не говно, Audi говно. Вот как так? Mercedes едет, BMW едет, Audi не едет. В чем проблема? Ну как? Все нормально, так и должно быть. Ни черта. Ох! Ты, блин! Почему он вообще не рулится? Ну почему вообще не рулится? Меня сфотали, слушай, а мне пришлют эту фотку или нет? Нет. На пейджер куда-нибудь. Пейджер. А ты себе хотел в детстве пейджер или не хотел? В смысле? Ну конечно хотел. Я тоже хотел, но я вообще не представлял, как им пользоваться, как им вообще пользоваться, что, как он работает. Там надо было звонить оператору и передать сообщение для абонента. Звоните, посмотрите, извините, а можете, пожалуйста, передать сообщение абоненту? Кабан, ты пидор, вот так это мог сказать. И они пишут это сообщение. Понял? Да? И кабану Фигась. Приходит, да. Жене проще сразу абоненту позвонить. А ты не мог позвонить абоненту. Потому что телефонов не было, телефонов, да? Телефонов, ну, мобил не было. Вот да, всем сейчас хорошо. Вот да. Компьютеров не было, блин, черт. Его побрал бы. Реально компьютеров не было ни у кого. Это если у тебя был компьютер в детстве, это все, это ты становился лучшим другом для кого-то. Это точно. У тебя был компьютер? У меня был компьютер. А у тебя GTA 3, у тебя была GTA 3, которая не тормозит? Нет. Я думаю, что... 99,9% подписчиков не поймут этого прикола. GTA 3, которая не тормозит. У меня она вообще была это в белых цветах. Я помню, я проходил Underground 1 на видахе Riva TNT 2. 32 метра было. И, короче, у меня дороги не было. У меня очертания машины были, какие-то там колесики и все. И я проходил NFS 1. А потом как купил этот... Инна 3D 5200 на 128 метров, это такая пуля была. Просто разрыв, да? О, Алекс Фрэш, здравствуй. На максималке, на ультре просто летела.
А как так быстро? Слышь ты, рожа. Я пиджак вообще-то, а не рожа. Какая? Какая рожа? Гомосексуальная. Да иди ты нахер. Ладно, ладно, все, я пошутил. Сейчас репорт на тебя. Я пошел в автосалон. Гелик куплю сейчас. Буду продавать. Гелик куплю. Это японская Г. Сколько она стоила? 20 тысяч. За 20 тысяч. Продать. Я Субару продал за 9. За 9? Нифига себе. Так, ну 18 напишу. 360 продается. Ой, кажется, кого-то переехал, или это Жигуль кого-то переехал. 360 машин в продаже. Слушай, а кстати, ты тогда говорил, что 360, так, а их-то не было 360. Ну написано. Сколько там, 300 с чем-то, но просто реально 13 этажей умножить на 10. Ну написано. Получается. Ну дядь, написано. Нет, 130 получается, да? Ну написано. Да я понимаю, что там написано. А сколько здесь стоит-то? На стене тоже написано. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. 10 машин на этаже. 90 машин. Максимум. 130 машин. Ну-ка, рейнджик. Рейнджик за 12. Ну, рейнджик, наверное, вообще никуда не едет, да? Да, блин. Бэха 92-я есть. Почем эту долбанную Супру продать можно? Я уже до 12 косарей спустился. Ну, 11 ставь, нормальное дело. Ну, мне кажется, я сейчас предлагать будут за 5000. Слушай, бэхи 92-е продаются. Е-92. 11 много. Да я купил ее за сколько? За 18 или за сколько я брал? Ну я Субу за 13 взял, за 9 продал, в принципе, ну нормально. Вот она стоит, моя Суба. За 12-200 стоит. Вот она. Супру отдал за 10 тысяч просто. Иисус. Ну, это грабеж, если честно. То есть тут надо игрокам продавать. Это грабеж и изнасилование, и... Слушай, а может быть стиху купить новую 16-го? Стиху купи себе. Ну, что-то я побаиваюсь, если честно. Купи себе стих. Не могу. Вот Audi надо ставить 22. Угу. Не уйдет. Наверное, Audi я дорого покупал. 20. О, за 20 ушла Audi. Ни хрена себе. За сколько же я брал тогда? Может, я Yamaha не могу купить, потому что прав нету, фак. Так, но у меня на крайняк, в принципе, есть... Что у меня есть? У меня есть Peugeot, который я еще не использовал. Peugeot. Ну, Peugeot. Я пока здесь, думаю, что стоит посмотреть машины. Как бы, ну... Не, я посмотрю на всякий случай. Вдруг что-то будет дешевенькое, интересненькое. Я бы, если что, можно прикупить. Pontiac GTO за 22. Но он, наверное, вообще никуда не едет. Ох, нифига себе, кадр. Но он никуда не едет, мне кажется. Так, моя Супра продал за 10, стоит за 12,5. Эх, зараза. Это еще неплохо. Я продал за 9, а стоит за 12,200. Ну, рейнджики стоят. Слушай, а знаешь, что я куплю себе? Не. Я все куплю сливу сейчас для дрифта. Ого. То есть, все-таки ты хочешь дрифт-проект какой-то сделать, да? Хотя бы попробовать. Я ездил на дрифт-трассу, мне она понравилась. Красивая. О, слушай, тут есть троечка бэха. 25 тысяч. Так я тебе про что говорю, 90-х кузовов много стоит. Много троек. Может, сек попробовать? Шахпа. Сек, а сек ты разве не пробовал? Нет. Он, походу, не едет. Range Rover, который все пишут, что он валит 400. Он не валит 400. Он когда-то валил 400. Сейчас он уже не валит 400. GT-ха 86-я. Тоже, наверное, смысла нет в ней. Хм. Ну, не знаю. Блин, ну 25 за BMW я никогда в жизни не хочу отдавать. Через себя переступить. А трясущийся Vita можно купить? Че, Vita есть? Да. Охренеть. Слушай, Авито можно взять. И на разборке. Я у меня вообще какая, знаешь, блин, идея была. Это на следующей серии, надо, чтобы ты не напомнил, я забыл. Чё? Короче, мы что работаем медиками. И чё? Нужно приехать на скорых. Да они не едут. Ну какая разница, никто ж на скорых не ездит на дрэк. Ты думаешь, и мигалки, да, и нас все пропускать будут? Ну,
Слушай, а у тебя была новая Subaru? Нет, Subaru. я же тебе говорю, тут новая есть, можно новую попробовать. А я думал, у тебя новая была. Слушай, есть Camaro SS, ёлки-палки. А КамАЗ есть? Камаза нет. Camaro SS есть. Ну, мне что-то кажется, что бэха не валит, как и Аккорд. Но стишка 19, интересно. А Аккорд мы брали или нет? Я не Аккорд помню. ты брал, он ехал, ну как, пободрее Камрюхи, но все равно говно. Сравнительно Так, по-моему, я здесь со совсем что-то. Вольвой, все равно говно. Вот я не знаю, тут Мазда есть RX-8. Желтенькая вот эта, здесь желто непонятного Не, цвета. вот тут черного есть. А цена? 7. Знаешь, ну, блин, она по идее может ехать, но мне кажется, что она не будет ехать. Ну, вот я тоже так думаю, если честно, что она никуда Вот, не едет. например, GTI-ку. Вторую. Гольф, что ли? Да. Вот, по сути, может ехать. Но не По едет. идее может, но скорее всего не едет. А Volvo вот это вот C30. Ну, мне кажется, что она никуда не едет вообще. Слушай, ну GTI-ка, понимаешь, она выглядит как Volvo. Я ее куплю. Она стоит 3000. Вдруг она куда-то поедет. Потом, если что, вот Volvo дешевая и Я знаю, что Audi Mazda. A4 вроде как неплохо ехала в свое время у меня. Но у нее максималка 250. А с максималкой 250, ну... Делать нечего. Да. Слушай, ну все, я... Блин, я за трешку взял гольф, а здесь за двушку стоит. На Где? шестом этаже. Да, я На тоже шестом возьму. этаже. О, блин. GTO-шка вообще шикарная. Я, наверное, возьму сейчас все-таки Камара еще себе. Бери GTO-шку, я Камара возьму. Не хочу GTO-шку. Ну, Камара возьмешь? Я тогда GTO возьму. Сейчас посмотрю, что вот еще есть. Может, что-то, наверное, новенькое появится. Ну, Range давай Rover. О, классические так Range тачки Rover возьму. 10 тысяч стоит. Слышь? Слышишь? Range Rover 10 тысяч. Ну и чё? Шестерка. Слушай, так шестерка косарь баксов стоит. Я, наверное, шаху для дрифта, может, возьму себе. Я сейчас шаху куплю себе, пусть будет. А сколько у меня тачек? Так, А? подожди. Так надо искать самую дешевую Раз, шаху. два, три, четыре, пять, шесть. А, у меня же 8 машин влазит, что я переживаю? На ком я этаже? На седьмом. Так, я на первой вернусь. Буду шаху искать. А ты Шаха сливу была купил? на седьмом этаже, я видел шаху за 1700. Ты сливу купил вот эту за 5600? Сливу, да. Ну ладно. Вот тут импала есть. Ну импала На чисто седьмом этаже должна сутенерская. быть. Кто? Шаха за 1700. А как думаешь, вот эта десятка обрезанная будет ехать или нет? Мне кажется, что нет. О, я шаху за 710 нашел. У нее вообще ничего нету. Надо сэбу хотя бы купить. А прикинь, если Витек реально рвет. Какой Витек? Ну, Вита. Ага. Ну не знаю. Если трусы, то рвет. Это же реально будет стёб, если он валит жестко. Эбу. Дизелечек, понимаешь? У него там такой подхват, наверное. Слушай, я сейчас все этажи посмотрю. Может, я за Витьком вернусь? Рек-подвеска Эбу. Так, ну-ка, моя Audi сколько стоит? 25. Еще Она ж 100. трусится, когда меня видит. Лол. Они тут все трусятся. А сколько это? Бэха пятерка стоит пятерку. Какая модель столько и стоит? Так, тут нету А шахи. буханка валит или нет? Нет, буханка едет только за хлебом. Ты шаху все еще ищешь? Но я ищу нормальную шаху, чётенькую. Вот и бу. А GT-шка 86-я едет? Честно, не знаю. А ты гольфа купил? Ну да. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. А шестой этаж порадует нас какими-то мощными жигами. Слушай, ну я бы попробовал бы, наверное, Витька или Буханку Рек потом, подвески попозже. нету. А тут рек подвеска. Блин, ну я тогда желтую возьму, походу. А вот ТТшка будет ехать? 30 тысяч, не, она не будет ехать. Какая ТТшка? Пусть тут стоит. Ауди. Где желтая жига моя? Вон она Так. стоит, вон она моя желтенькая. RX-8 Spirit R. Это что за версия такая? Это спирит. Так. Все, дядь, у меня места больше нету. Все, накупился машин.
закончились, да? А зачем я гольфа? Откуда я гольфа купил? Не знаю, может, ты мой гольф купил. У меня есть гольф 2 джетяйка, шаха, 38 кузов, 140 кузов и 850-я это вальвашка. Блин, ну с нами ж подписчик, да, катался вот этот, как его там звали, на Мазде. Она ж не ехала, да, вроде бы? Или он так плохо настроил? Ну, мне кажется, она просто не ехала. Установленный тюнинг. Блин, ну она красивая. Блин, ну я почти бэху купил, но у меня места нету. Мазда красивая, но черт возьми. Мне кажется, она ехать не будет. Так, ну что, все, я все. Буду на шахе гонять сейчас. Слушай, а вот если взять моток за 3900? Прав, у меня нету на моток. Я думаю, что моток валит, будь здоров. Я купил моток. Ну что, можешь ездить на нем? Не знаю, что, на него права нужны? Да. У нас все без прав катаются на мотках. Но у меня права есть на моток. Ну, в смысле, я получал там, когда в молодости. Поэтому, надеюсь, мне дадут на нем прокатиться. Слушай, знаешь, а шаха неплохо едет. Да? Да. А ты на желтый выписываешь? Да. Так, мопед. Джиксер. Че, его тоже сигналки надо открывать? Сигналка на мотке. Он не садится. Прав. У вас нет прав для управления мототранспортом. Слушай, шаха едет нормально. Сейчас я на трассу выйду. Бери шаху, поехали на трассу. У меня какой-то хер бьет. Не, подожди, я хочу права получить. Нифига себе. Все, я взял себе на трассу. Поехали на трассу. Давай налево. Это что ты взял-то? Сливу. Ой! Нормально. Перевернулся. Только вниз не упади. Ну чё, давай. Это шаха, детка. Давай. У меня полный привод. Желток у меня. У меня тоже полный. Давай. 3, 2, 1. О, нихера ты улетел. А, максималка 260. Сколько? 260. У меня 203. Но быстрее, чем... Хорошо. Быстрее, чем Суба. Быстрее, чем Ауди. Так, а где там права получать? Слушай, может, я сейчас на моток их получу? А их вообще можно получить на моток? Я не видел людей на мотках, по-моему. Я не знаю, я поеду, номера получу. Да нафиг эти номера? О, у меня как раз... А вдруг попадут блатные опять? Номерами. ВС-5307ИК. Это какой регион ВС? Не знаю. Куда идти, чтобы за правами? Чтобы за правами. Так. Продайте права на мопед мне. На мопед. На мопед. Дратути. Так. Где у вас тут на мопед? Так, автотранспорт, регион. Я заблудился, один, не туда вышел. Как там? 163. Я не пойму, куда мне идти. Зачем здесь несколько выходов? Что-то не повезло, по-моему, с номерами. Не понял. Уберись. Не хочу. 354 СНМН. Что, на второй этаж так же идти? Как и раньше. Так, регистрация, АТС. АТС, регистрация. Так, что... Ого. Попозже. Так, ладно, сейчас на гольфе еще сделаю. Так, а здесь еще одна дверь. А тут чего? Мысли. Подождите. А на что это права? О, категория А. 100 баксов стоит. Да. Так, максимальная скорость 60, максимальная скорость 122. По правой полосе. Обгон ТС разрешен по левой полосе. Максимальная скорость. Вариант ответа. 60. В смысле? У меня нет вариантов ответа. Вы неправильно ответили. А. Слушай, а у меня гольф вообще нулевый просто. Так, ну-ка, 63-й сейчас попробуем просто. Так, мне на практику теперь нужно идти. Чё, братки, чё там за номер у меня?
О, 290 РХК. Мне дали ижак. Ижак? Или кижак? Ижак дали. Пиджак? Так. Слушай, а на мотоке тут четко восьмерочка, понял, все дела. Как при реальном вождении сдавать. Подтвердить. Тут вообще куда заезжать нужно? Это что, змейка? Отсюда снять. Нафига по змейке ехать, если можно и так проехать? А что такое? А конусы ж можно сбивать, да? Ну конечно, они же для этого и есть. Ну отлично. Все? А, нет. 63. По городу сейчас заставят кататься. Надеюсь, меня никто не сшибет. Блин, ну что-то мне не фартит больше с номерами. Да конечно, выгреб все номера в игре. Зараза. Пацаны, что-то не фартит. Мне кажется, если я сейчас приеду на мотоке, если он будет рвать жестко, он будет просто вставать на дыбы и опрокидываться на спиняку. А можно тюнить моток или нет? Ну, я не знаю, вот просто вот интересно. Если можно, то это будет комета. Пуля-комета. Ракета, во. Моток-ракета. Да что ты хочешь-то? Я сейчас проверю, как он так, едет. Ну а может его нельзя тюнить? Последний раз так на гольфа пробую. Но моток по-любому не будет ехать так, как в реальной жизни. Это я уверен. Так, ладно, 188, говно получилось. Так, гольфа бросаем. Гольф вообще говно, да? Нет, я про номера. Я еще не понял. Мне только не говори, какой там тюнинг. Не надо тюнинговать, лучше на следующей серии оставь. Нет, а я ничего не тюнингую. Удалить. Мне просто интересно, сколько моток поедет. Удалить. Куда мне тут ехать? На парковку. Мне кажется, мне не дадут права. О, вы сдали на права. Отлично. Так, значит, транспорт. Ну-ка, давай, попробуй. Мопедрист. А почему вот на спорт нужны права, а на скутер не нужны? Потому что скутер без прав можно гонять. Но у нас нет. У нас да. У нас гоняют, но должны быть. 590, может... ладно, хрен с ним. Вроде бы. Это он так едет? Вы серьезно? Че, говно? Да вообще как-то слабенько разгоняется. 180 и все? Лол. В смысле? 160? Лол. А че за... А че за моток? Это ж джиксер получается. Джиксер должен валить, даже если это слабенький, минимум 250. Он едет 160. Так. По-моему, нас разводят, Коля. Не. О, лестница для меня. О! Я непонятный трюк сделал, и я живой. Я на крыше. Это я оттуда прыгнул, ни хрена себе. Надо покреститься заново. Ну что там у тебя с правами? А что с моими правами? Я номера получил. Получил? Да. Ну отлично. Ну что, на этом будем заканчивать? Да, на этом будем заканчивать. Народ, не забывайте подписываться на наши каналы. Все ссылочки есть в описании под роликом. Все, что вам нужно, тоже в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс и Механик. Всем пока-пока. Пока-пока.